сегодня 13 октября. Идем голосовать. Отдать, так сказать, свой гражданский долг. Вообще у нас бабье лето наступило. Это мы сейчас в плаце Анжея. Ой, в парке Анжея. Тепло-тепло, плюс 20 градусов. Хорошие, отличные просто дни стоят. Мы по дороге. У нас избирательный участок в втором лицее Конопницкой. И вот мы по дороге идем мимо костела, мимо нашего Петра и Павла. Мы здесь когда-то даже и крестились, и венчались. Это вот сам костел, а вот здесь вот кластер. Здесь живут законницы, которые никогда, никогда не выходят на Божий свет. У них там свой садик есть. Вот такой вот уютный дворик, костел, костел святых Петра и Павла. Ну все, мы заголосовали, отдали свои голоса. За кого мы отдали свои голоса, я не скажу. Но хорошо, проголосовали. Интересно, как изменится наша жизнь? Ну, вообще, она неплохая, в общем-то. Ну, посмотрим. А это у нас прямо в центре, в Шередмещево, такие вот особнячки. Они уже давно, с начала 20 века, ну, вот они до сих пор остались. Вообще, очень красивое место. Очень тихое, очень спокойное. Хотелось бы, конечно, здесь жить. Они все такие аккуратные, но, наверное, эти особнячки на одну семью только. Ну, очень все аккуратно, все зелено, тихо. Мы когда смотрели старые карты Катовиц, вот в начале где-то 20-е, 10-е года вот эти вот все дома стояли, а вокруг них, после них уже вот там за костелом, пустошь была, поля. А сейчас вот это считается центр. Не захотела сниматься. Еще так сегодня красиво. И зеленое, и желтое, и синее небо, и солнце. Очень красивый, очень уютный у нас центр. Вот тут буквально в двух шагах, это мы на Складовской Кюри, уже совсем другая архитектура. Это стиль модерн, почти вся улица. Ну вот там не видно. Построена вот такими вот домами. Ну они сейчас такие грязноватые, но эти дома постепенно очищаются и приводятся в порядок. И выглядит очень хорошо. Мне вообще вот этот кусочек улицы, этот очень нравится. Там, если туда посмотреть, вот, это наш Драпа-Чмур. А когда-то он был самый высокий на Шлёнске. И в Польше это было одно из самых высоких зданий. Тоже такое очень своеобразное, интересное здание. И вот эта вот вся улица Складовской Кюри очень приятная, она такая, ну, относительно тихая. Это тоже центр. Там особнячки, а здесь вот уже такие здания.
И что мне нравится, здесь центр, он реставрируется, но не ломается.